То есть он даже здесь экологичен максимально. Он выхлопные газы не наружу выбрасывает, а в колеса. Смотрите-ка. Вот такой вот он. Так, ребят, привет. Сегодня небольшой бэк со съемочки. Еду с туристами на вот такой тачке. Много колес, много мостов, все как положено. Камчедалом есть. И сейчас хочу закрепить GoPro вот сюда. Первый вариант вот так можно было бы закрепить, но это немного не то, чего бы мне хотелось. Кульминация сегодняшней съемки – это несколько топовых мест у нас на Камчатке. Мы сейчас приехали в первое, одно из них – это каньон Опасный и вулкан Мутновский. Сегодня отличная погода для того, чтобы можно было разглядеть его активные выбросы. Это очень крутой вулкан. Считаю, что он входит в топ-3 камчатских вулканов по своей эффектности, по своей крутизне и легкой доступности. Так, ребят, короче, если вы выбираете тур с Enjoy Камчатка, первым делом вы, во-первых, пробуете красную рыбу на Мутновском вулкане. Во-вторых, вот такие вот ланчбоксы открываем. Вот здесь у нас рисок, гребешок. Здесь у нас свежие помидорки, что-то лучок, тут вообще палтус. Просто жара вообще, капец. Снег отражает все вообще. Без очков просто, ребят, можно ослепнуть напрочь. Кто не понял, короче, перед тем, как начать путешествовать по вот этой бескрайней белой бездне, нужно спустить максимально колеса на вот этой точиле, и тогда можно будет ехать. Но потом, когда ты обратно выныриваешь на трассу, нужно накачать. А качая, Серега, как бы вы думали, чем? Выхлопными газами. Короче, все отсняли, возвращаемся домой. Сейчас идет обсуждение того, что на каньоне Опасный нас скрепили инспектора, типа как будто бы нам там нельзя было находиться. Территория природного парка вулкана Камчатки. У нас на самом деле было разрешение, распечатанное с сайта госуслуги 41, но ребята инспектора почему-то подумали, что наше разрешение поддельное, и начали всех, короче, подряд штрафовать. И в тот момент, когда они выписывали там протокол или что-то там еще, мимо нас прям проходил медведь. Отбежал в сторону, запустил дрон, и, собственно, медведь, когда уже ушел, догнал его, отснял его в самом прекрасном ракурсе.